Ну а скачать игру на свой телефон, в которую я играю, ты всегда можешь по моей ссылочке в описании. А также ты там найдешь мой промокод, за активацию которого ты получишь приятные бонусы на старте игры. Всем привет, любители криминала, и добро пожаловать на Охоту на Кидал. Сегодня в роли моего помощника будет Вася Плей, и мы, как и всегда, залетаем на авторынок. Гол обмен на кейс? На какой? Макиту? Кто первый? Ну я могу. Какая разница? Сможешь ДП? Сколько ДП? Хотя бы 100к. Ладно, давай. Ну а вот и, ребятки, первый потенциальный кидала на сегодня. На вот этой вот прекрасной BMW X5. И прямо сейчас мой помощник передает этому игроку кейс Макиту и доплату в размере 100 тысяч рублей. Пока что все идет нормально, они садятся в эту BMW. Минимум 450. Обмен на ЗАЗ. Окей, гол на низкий. В данный момент этот игрок вместе с моим помощником направляется в автосалон низкого класса, чтобы произвести обмен на ЗАЗ, потому что минимальная сумма продажи для этой BMW 450 тысяч рублей. Как раньше, уже тачку за 1 рубль продать нельзя. Ну и по итогу это у нас оказался честный игрок, который полностью выполнил все условия сделки. Ну а мы опять залетаем на авторынок, чтобы продолжить поиски недобросовестных игроков. Гол обмен на кейс, я дам первый. Ну гол! Ну а тем временем у нас второй потенциальный кидало, и прямо сейчас мой помощник точно так же передает ему через трейд кейс, после чего этот игрок должен будет передать свою машину моему помощнику. Давай, садись! И кажется, это, ребятки, у нас кидало, потому что тут подъехал чел на BMW, уже предлагает ему обмен, а этот чел уже чуть ли не соглашается. Ну а мой помощник, естественно, высказывает свои недовольствия и говорит: отдавай машину. Отдай кейс, ты мне сам кейс подарил, он мне кейс подарил. Ну что ж, ребятки, я думаю, самое время телепортировать к себе этого наглого кидало на небольшой разговор. Здравствуйте! Добрый день, уважаемый игрок! Блин, чел, ну ты же не думаешь, что это спасет тебя от наказания? Окей, подождем, пока перезайдет и будет рассказывать сказки про то, что у него вылетел интернет. Так, ребятки, ну что ж, наконец-то спустя некоторое время наш кидал вновь перезашел в игру, и давайте сразу же его телепортирую к себе. Что-то случилось? Нет, блин, ничего не случилось. А вы считаете, ничего не случилось? Нет, он мне подарил кейс. Я могу вернуть. Подарил? Да! Прям так и сказал. Вот, дарю кейс. Да? Нет. А как это было? Он мне кинул трейд и передал кейс. Я могу вернуть этот аксессуар. Я не хочу в бан. Просто так кинул трейд и ничего даже не сказал? Ну... Какой щедрый игрок, наверное. Вы меня кинете в бан? Навсегда? Ну, если продолжите врать, то 100% кину. Давайте я передам этому игроку кейс. Не-не-не-не-не, для начала я хочу понять ситуацию. Это мой первый аккаунт. Ну да, я обманул. Просто мне очень нужны были деньги. Просто система продала мою машину. У меня была Kia K5. Я зашел, и ее у меня не было. И я захотел отомстить. Ну и так вышло. Я больше так не буду. Правда. А игрок пострадавший-то тут при чем? Это же не он забрал вашу машину. Ну я психанул. Я очень много вложил в эту игру. Из-за этого так и вышло. В таких ситуациях пишут на форум всех раздел, и все. Я больше не буду никого обманывать. Одним своим действием вы испортили себе игру. Ну я уже понял. Зачем пытались обмануть вначале, что игрок подарил? Просто я не хочу в бан. Я же говорил, я вложил очень много денег в игру. И вы решили, что обманете и меня еще? Я правда так больше не буду. Нет, я правда не хочу в бан. Но, к сожалению, бан неизбежен. Он навсегда? Да? Не надо! Надо, Саша, надо! Пожалуйста! Администратор Олег Брукс навсегда заблокировал игрока Саша Дмитриев, причина нон-РП обман. И самый первый кидало на сегодня залетает ко мне в огромную копилочку. Ну а мы продолжаем поиски и снова залетаем на авторынок. Есть САП, если есть, куплю за лям. А САП это что? Штука, музыку слушать. В донате 1к стоит. Нету, сори. Гол на кейс обмен, я первый дам.
Ты мне? Да. Гоу? Не знаю. Первым дам. Он гоу. И у нас на очереди очередной потенциальный кидало вместе с моим помощником, который выезжает со вторынка. Зачем он это делает, непонятно. Гоу здесь. Ок, кидай трейд. Ну и прямо сейчас мой помощник передает этому игроку кейс, как они и договаривались. Они садятся в тачку, и этот чел выкидывает из тачки моего помощника, потому что это у нас кидало. Так, ребятки, ну что ж, наш кидало не стал даже уфаться из игры, поэтому давайте сразу же телепортирую его к себе. Добрый вечер, уважаемый игрок. Простите, пожалуйста, я ему верну кейс ПЖ. А зачем вы его обманули? ПЖ, я только недавно начал играть в Баграшу. Я могу вернуть, только не бан, ПЖ, ПЖ. Зачем вы обманули игрока? Чтобы получить халяву? Ну простите, пожалуйста, у меня никчемная жизнь. Простите, пожалуйста, только не баньте меня. Вы впервые кого-то заскамили? Да, простите, я приношу извинения, пожалуйста. У вас был шанс вернуть, но вы сказали удачи. Я не смог отдать ему кейс, потому что меня мама позвала. И вы решили пожелать ему удачи? Не баньте меня, ПЖ! Ну, пожалуйста! Заплакал! Какой несчастный! Пожалейте его, он плачет! Его мама позвала, поэтому он не смог вернуть. Какая интересная байка! Не баньте меня! Вы были собой довольны, когда обманули? Нет, реально меня мама позвала! Не понимаю, при чем тут мама? Вы выкинули из авто его! Ну, пожалуйста, не баньте, пожалуйста! После написали удачи. При чем тут мама? Можете за мной в спек зайти, я ему верну кейс. Блин, не баньте меня, пожалуйста! Так может, не надо было обманывать? И возвращать не пришлось бы? Я больше не буду обманывать людей! Пожалуйста, простите меня, отпустите! Больше не будете? Да, не буду, честное слово, говорю слово пацана. Ну хорошо, пожалуйста. Надеюсь, вы меня не обманываете. И правда больше не будете. Нет, я вас не обманываю. Нет, я клянусь. Чем он клянется? Пожалуйста, я не буду обманывать. Вы можете создать новый аккаунт и играть честно, как и обещали мне. А этот аккаунт в бан за нарушение правил. Не надо, пожалуйста, банить меня, я вас прошу. Администратор Демьян Мадрадора навсегда заблокировал игрока Даурен Диар, причина нон-РП обман.